Работы в органах госбезопасности. Я, кстати, больше занимался политическим анализом, понимаете, общеполитическими вопросами, чем какими-то криминальными вопросами. Я вам скажу это откровенно. Вот почти во всех республиках, ну, президенты, они борются за это, приходят борьбой, выдвигают свою кандидатуру, борются и так далее. Здесь тоже боролись до меня и так далее. Я же ведь не боролся. Вот прибыл сюда, удрал отсюда ЛЧБ. Я 4,5-5 месяцев один был здесь и с этой бандой по существу. Это же была банда, вы понимаете? Это Сурат Гусейнов, другие, это на юге, это Талакир Амбатов. Один, никого нет. Те, которые люди со мной работали, они оказались в этом отношении беспомощными и... Но оказались нечестными по отношению ко мне, я их не хотел подпускать к себе. Новых людей я не знаю. Я один день и ночь и этим занимался. И, в общем-то, надо было избрать президента. Так же нельзя. Объявили референдум, оказали недоверие этому Эбульфазе Чебею. Ну, надо избрать президента. Вот Алиев что президентом был. Я сам в кандидатуру нигде не выдвинул. Везде выдвинули мои кандидатуры. Потом уже ведь для того, чтобы доказать, что ты можешь президентом, ты должен программу объявить, ты должен ездить. Никогда я не ездил, никакую программу не объявлял. Ты своих доверенных лиц должен определить, они должны вести пропаганду. Отказался от всего этого. Сказал, что вы меня выдвинули, хотите меня избрать, изберите. Не хотите, изберите кого хотите. Я на это не претендую.